19 пожарных погибли в Аризоне при тушении сильного лесного пожара. Все они входили в элитную команду местного противопожарного ведомства. Пытаясь остановить распространение пламени вблизи города Ярнелл, борцы с огнем не рассчитали силу ветра и оказались в огненной ловушке. Столь большого числа жертв среди пожарных в США не было со времени терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Семьи погибших пребывают в страшном шоке. Все пожарные у нас словно братья, и все пожарное депо, весь наш город и весь штат потрясены этой трагедией. Президент страны Барак Обама выразил соболезнования семьям погибших, которых назвал героями. Около 200 пожарных продолжают здесь борьбу с огнем, который уничтожил уже 800 гектаров леса и несколько домов.